понедельник в Самарской области будет ясное небо без осадков. Станет теплее, днем 23-28, выше 0, ночью плюс 16, плюс 19 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью 4-6 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 29, ночью 19 градусов тепла, ветер западного направления 5 метров в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 27, ночью плюс 17 градусов, западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем 25 градусов тепла, ночью плюс 16, западный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 38%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.